Вторая часть нашего видео. Работаем клеем. Идем по пути наименьшего сопротивления. То есть, что выдергивается клеем, выравнивается, выравниваем. Потом будем смотреть на все нюансы, типа, где там подшовной мастикой, вот, вмятинка не выходит, подрезать или еще что-то. В общем, самое вкусное на потом остается. Вот. Какой-то уже результат получается. Вмятины, конечно, еще есть, не отметил. Поотмечал, получилось 50 вмятин. А было 100. Уже прогресс налицо. Остались вмятины под усилителями с плохим доступом. Каверзные моменты, но чем дальше, тем будет интересней. Тем не менее, вот одна вот эта не отмеченная. Работа интересная. Кое-где вот недозабитые бугры, но это как бы мелочи. Уже как бы видно, что деталь потихонечку выходит. Здесь тоже вот шишек навыдергивал, но еще не дозабил. Вот так вот выходит. Потихонечку. Так, чуть-чуть промежуточной съемки. Как на шахматной доске. Вот, потихоньку все выправляется. Не буду злоупотреблять вниманием. Это просто промежуточный момент работы. Сорок две штучки осталось. Это, как говорится, самые такие неприятные остались, которые места либо под усилителями, либо еще что-то. Вот. Остальное все уже подвыровнялось. Плюс еще вот в этих местах очень сильно потянутый металл. Вот. И просто так его не сделаешь. Или остались вот такие места недоделанные. Остальное все отремонтировалось. Просто у меня сейчас как бы нету доступа. Надо будет срезать шовную мастику и уже работать немножко другим инструментом. Я имею в виду китовыми хвостами или еще чем-то. Здесь тоже вот этот целлюлит надо будет доделать. Ну, в общем, уже форму удалось придать. Осталась так называемая чистка. Вот второй день ремонта. Не полный день, конечно, но большая часть. Автофокус не хочет наводиться, но не в этом дело. Остались, так сказать, на сладкое самые такие противные места или сильно потянутый металл.
Будем бороться. На сегодня хорош. Всем удачи. Спасибо за то, что смотрите. С десяток вмятин еще осталось. Это самые такие как бы противные. Но не зря я денечек поработал. А в общем уже капот похож на капот. Осталось доделать вот около десятка таких для меня еще пока сложных вмятин. Вот очередной этап работы. Еще, конечно, косячков хватает. Сейчас я помимо этого поставлю лампочку, потому что это вот так субъективная оценка. Но это для общего, так сказать, видения. Вот так будет виднее. Остались те места, которые я либо не могу сделать, либо нет доступа инструментам, либо сильно потянутый металл. Это еще как бы не финиш. Еще тут и пробивать надо много. Просто шишек. А вот как вот здесь вот места, не везде я не могу подлезть. То есть пока что с инструментом у меня напряги, кое-что не могу просто достать. Вот из этого вывод. Можно наделать нужный инструмент. Попытаюсь снять. Целлюлит. Не получается. Ладно, то, что я планировал, мне ни хрена не получается. Thank you.